Юные казаки Сиверского района встретились с ветеранами боевых действий. Руководителем районного отделения общественной организации «Боевое братство» Александром Лебедь, действующим бойцом в зоне СВО Ильей. Ребятам рассказали о военной службе и боевом опыте, о долге и чести, которые особенно необходимы на линии фронта. Поговорили о подвиге солдат, которые продолжают выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Встреча прошла в рамках гранта губернатора Краснодарского края Сиверского районного казачьего общества «Стрелковый тир-восход».